Ежегодно в Ивановской области капитально ремонтируют около 1300 жилых домов. На сайте регоператора можно уточнить, когда в конкретном доме проведут кровельные работы, обновят фасад или инженерные коммуникации. Случается, правда, что один вид работ заменяют другим. Инициатива, как правило, поступает от управляющей компании. Собственники в течение 3 месяцев после уведомления, они должны принять решение. И если они считают, что данный вид работ может и подождать, его можно перенести на более поздний срок, вот, соответственно, они приходят в управляющую компанию уже со своим протоколом собрания собственников, вот, где они хотят другой вид работы выполнить. В 180-м доме по улице Почтовое отделение 14 в 2018 году должны были полностью заменить крышу. Как уверяют жители и представители управляющей компании, потребности в этом нет, с кровлей все в порядке. А вот сменить внутренние коммуникации не помешало бы. То есть вот поменять от счетчика в подвале идет у нас холодная вода, значит, на холодную воду трубы и плюс отопление. Вот плюс в подъезде поменять и еще свет. Свет это значит проводку поменять тоже до счетчика в квартиру. Если у жильцов есть желание сменить вид капремонта, задуматься об этом нужно заранее. Все документы должны быть готовы за 6 месяцев до начала года, в котором планируются работы. Все бумаги помогает оформить УК, после чего передает их в муниципалитет. Управляющая компания ежегодно проводит весенний осмотр многоквартирных домов. В ходе весеннего осмотра выявляются недостатки, те, которые нужно устранять в ходе эксплуатации данного здания. При осмотре данного здания было установлено о том, что крыша находится в настоящее время в технически исправном состоянии, а требует ремонт инженерных коммуникаций внутридомовых. Замена коммуникаций – весьма затратное мероприятие, на которое из фонда регоператора тратят не 1 миллион рублей. Новые трубы отопления будут лучше сохранять тепло. Даже в сильные холода жители не замерзнут. Проводка позволит использовать большее количество электроприборов. В новом водопроводе вода станет чище, а напор сильнее. По срокам, примерно где-то месяца 3 – это инженерные коммуникации, отопление, вода. А электричество – это идет вторым этапом, это уже отдельные сроки. Зачастую разобраться во всех тонкостях капитального ремонта самостоятельно непросто. Если управляющая компания инициативы не проявляет, за консультацией и помощью можно обратиться в общественную организацию ЖКХ-контроль. Мы ведем разъяснительную работу, и что нужно требовать с управляющей компанией, что нужно требовать с регионального оператора, почему конкретно жители должны участвовать в проведении капитального ремонта, как своего рода контролирующий такой орган. Впрочем, чаще задают вопрос не как сменить вид капремонта, а как его приблизить. Процедура эта сложная, ведь если один дом отремонтируют раньше, то другой придется отодвинуть на более поздний срок. Такая практика применяется крайне редко. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.